Самый быстрый офис. Посмотрим. Самым быстрым офисом является стойка, пригодная для езды на дорогах, движущаяся с максимальной скоростью 87 миль в час. Это 140 километров в час. Офис был создан Эдом Чайна и показал рекорд скорости во время движения через Вестминстерский мост в Лондон, Великобритания, 9 ноября 2006 года в рамках для рекордов Гиннесса. Что только не придумают люди. Ну а так интересно. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Всем удачи и пока.